На чем ездит космос из бригады, мы рассказываем про все тачки Дмитрия Дюжева. Когда он играл в драме «Жмурки», у Саймона, роль которого он сыграл, был стильный BMW 5 серии E34, от которого актер на тот момент был в восторге. Он не один раз восхищался авто на съемочной площадке. В реальной жизни актера также не обошлось без автомобилей марки BMW. Кстати, найти и пробить тачки всех звезд можно в телеграм-боте «Глаз Бога», ссылка в шапке канала. Одно время он был владельцем BMW X5 E70, но этот кроссовер попал в аварию, поэтому Дмитрий продал эту машину. В дальнейшем он владел шикарным семейным внедорожником Audi Q7. На текущий момент Дмитрий определился со своим средством передвижения и с удовольствием ездит на Lexus GS второго поколения.